Мариса, Джейд, эй, есть кто дома? Джон. Джейд, где Джейд? Батя? Милая, ты тут? Никто не пострадал. Джейд не было дома, когда все случилось. Джейд, милая моя, у тебя все хорошо? Говорю тебе, ее здесь не было, Джон. Лучше уйти отсюда. Я же так и знал, что возвращение Джо только такую хуйню принесет. Что смотри на это, блин? Мы все уберем. Кто это сделал? Мы не знаем. И полиция тоже не знает. Никто не видел? Свидетелей тоже, что ли, нет, блин? А Джо был дома? Нет, но он вовремя вернулся. Я не знаю, что бы было бы... Он спас маму. А где же он? Он вас бросил здесь, что ли? Джон! Собирай вещи, идешь со мной. Я не оставлю маму, ты с ума сошел? Где же Джо? Подожди, вернись. Что тут происходит, бля? Вы нарушили условия, Джет Перкинс. Мне похуй. Угрожать бесполезно. Вы попытались раскрыть мою личность. Если вы совершите ошибку и пойдете в полицию, вы останетесь один в Санта-Барбаре и никогда не найдете киллера, мужчину или женщину, которых ищете. Я могу вам помочь. Но все будет по-моему. Либо вообще не будет, это понятно? Я не понимаю, что происходит, блядь. Когда поймете, останетесь довольны. Доволен, блядь? Чем я могу быть доволен, нахрен? Видел, что у меня сегодня дома произошло, блядь? Я знаю. Я видел. Я вызвал пожарных. Да, может, вы пиздите? Вам нужен друг Джо. Вы будете сожалеть, если не доверитесь мне. Ладно. Кто бросил бомбу? Кэппл? Нет. А я думаю, что да. Вы за ним стоите? Нет. Вы совсем ебанулись от гнева. Что вам известно, какие доказательства у вас есть, которые могут быть полезны для нас? Я ищу факты, а не предположения. Я читал протокол судебного заседания. Есть что-то еще, чего я не знаю? Есть один человек, который знает, что я не замочил Ченнинга. Один помимо киллера. Он был гостем на той самой вечеринке в доме Кэппеллов. И он был со мной в комнате, когда мы обнаружили Ченнинга. Но он не выступил в вашу защиту. И вам никто... Но еще кто-то был, блин. Вы должны поверить мне, блин. Он так и не появился. Просто найдите его. Но должна быть причина, почему он исчез. Из-за него я 5 лет в тюрьме пробыл. Вы куда? Мы здесь не одни. Мне надо уходить. У вас чаёк? Она прикольная? Лайкен? Ну да. Ну что, займешься чем? Ну как обычно, работа. Да ладно тебе, блядь, хочешь сказать, что ты работать сейчас будешь нахрен? Слушай, нахал, работа ассистента в арт-клубе тяжелая, на самом деле. Да ладно тебе, блядь. Ты уверена, что пойдешь на работу? Не начинай, Тедди. Ну, не хочу это снова слышать. Я не собираюсь прятаться и менять свою жизнь только потому, что Джо вышел из тюрьмы. Это неправильно. Ты должна быть, ну... Да-да, ладно, все понятно, понятно, да. Вот, давай за тебя. О, вы оба здесь. У меня есть кое-что для тебя, посмотри, Тед. Давай батон. Что это?
Кое-что, чем ты заинтересуешься. Могу я повлиять на твое решение сегодня поработать, блин? Нет, батон. Военная школа? Из-за стены этой школы вышли самые доблестные члены общества, например. Нет, нет, мне это не нравится. Джордж Вашингтон. Это же круто, блин. Батон. Не-не, я не хочу этого, блин. Ты серьезно, блин? Конечно. Тебе дисциплина, блин, не помешает, сынок. На что, блин? Это пипец, он совсем ёбнулся. Но выход есть всегда. Ты куда? К себе. Мой почтовый голубь отнесет это тому, кому нужнее. Сегодня важный день. Да, Дэнни Андраде сегодня выполняет трюк. О, класс. Слушай, беги туда. Ты должна там быть. Не хочу тебя бросать. Джейд, все закончилось уже. Я в порядке. Но перед тем, как уйдешь, хочу тебе кое-что сказать, да? Если ты хочешь быть с папой... Не-не-не-не. Я не против, ты свободна. Я не хочу делать выбор между вами. Это не причинит мне боли. Кто лучшая мама в мире? Я таких не знаю. А я знаю. Ты самая секси у меня. И пляж — это место для тебя. Я помню, каково это быть молодой. Никаких возражений, давай. Я хочу попасть в Акапулько сегодня. Хорошо. У вас есть мое имя и номер кредитной? Завтра? Но мне бы хотелось сегодня до Акапулько добраться. Спасибо. Я хочу посмотреть. Я хочу увидеть, пожалуйста. Я хочу увидеть моего ребенка. Пожалуйста, прошу вас. Алло? Сантана, это Мейсон. О, Мейсон. Я звоню по двум причинам. Первое, ты не будешь отвечать за нелегальное ношение оружия. О, неужели? Никаких исков против тебя. О, не могу выразить, какое облегчение я чувствую. И благодарность. И дело закрыто, мы даже без взятки обошлись. О, мило с той стороны. И вторая причина моего звонка, я предполагаю отпраздновать победу и поужинать вместе. Ну, у тебя, например, давай, только ты и я принесу березовый. Ты уверен, что рискнешь попробовать мою стряпню? Ну, почему бы не отведать традиционной мексиканской кухни, ёпта, бля. Как бы... Сделаю все в лучшем виде. Ну что ж, увидимся в 7. Отлично. Пока. Я тебе приготовлю традиционное блюдо, бля. Хотел увидеться с Джейд до того, как она уйдет утром. Она ушла. Ну, я не пытаюсь настроить Джейд против тебя или против брата, но надеюсь, ты знаешь это. Понимаешь это, Мариса? Конечно, я бы в это не поверила. Джейд еще ребенок. Ну, что началось в этом доме всего лишь через несколько часов после того, как Джо назад возвратился, бля. Ты меня нахуй послала.
Дом взорвали. Прямо как хуй знает что. И это еще не конец. Я хочу, чтобы ты же тоже со мной ушла. Не могу. Вот и доказательство, как ты мне говоришь. Захватит Джон, больше не могу, блин. Мам. Батон. Как ты? И это все, что ты можешь сказать? Да. Я считаю, что твой сын заслуживает большего. С давних пор даже у киллеров есть отцы и матери. Ты довольна? Уходи. Да ладно, я уйду. Нет. Останься. Он Джон, это жестоко. Чего ты от меня хочешь? Доброты. Ну поверь своему сыну хотя бы раз, блин. Ну давай, скажи, что ты думаешь. Хватит. Сын, ты превратил нашу жизнь в кошмар. Мы были друг у друга. А теперь мы были кто нахрен? Джой. Я люблю тебя. Ребята, готовы? Да. Дэнни, готов? Ты готов к полету? Да, дайте мне минутку. Ну, вообще-то у нас расписания нет минутки, ладно. Привет. Эй, вот и она! Ну как тебе купальник? Классно выглядишь. Вы готовы? Я, кажется, да. Вы готовы к первому дублю? Вы к первому? Что будет еще? Ну, если понадобится. Удачи. И помните, нам не нужны летальные исходы на съемках. Скоро, Бриз. Моя прекрасная. Пошли. Пойдем охотиться. Доброе утро, Питер. Доброе утро, Сиси. Как делишки? Нормально. Я рад, что ты отвезешь Келли, но, честно говоря, я предпочел бы, чтобы она осталась дома сейчас. Я бы хотел поговорить с тобой наедине. Да, конечно. В последнее время я так себя чувствую себя. Ну, вообще-то, с тех пор, как Джет Перкинс вышел, блин, я тоже так себе чувствую себя. Слушай, я волнуюсь за Келли. Она и слушать не хочет о телохранителе. Я сделаю все возможное, чтобы защитить ее. А этого может и быть недостаточно. Но я не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Я буду очень осторожен. Этого достаточно? Не уверен. Я недостаточно рационален в деле. Он замочил моего сына. Я пытаюсь не думать о том, что может случиться с Келли, если... Доброе утро. Еще раз доброе утро, моя красавица. Что такое? Да не-не, мы как раз говорил тут Питеру, я, короче, что обдумал, что место у него в компании может быть, и он еще заинтересован. Да, конечно же. Прекрасно, я была бы рада. Слушай, Питер, не позволяй папе своими решениями давить на себя. Не надеюсь, это будет хорошее решение. Позвольте выслушать его. В отеле Кэпвуллок свободна позиция ассистента менеджера. Серьезно? Да. Нет предложения? Безусловно. И чудесно, я подам заявление об уходе из школы. Хорошо? Ты даже не хочешь подумать? Я уже подумал.
Мой отец может быть очень требовательным. Я думаю, что Питер справится. Когда ты отвезешь Келли, почему бы тебе не заехать в офис? Я встречу тебя и покажу тебе там все. Отлично, договорились. До встречи, милая. Пока. Спасибо. Ты счастлив? Да, очень. Вы не будете разочарованы. Я всегда знал, однажды у меня появится шанс проявить себя. Я рада. Мы оба будем гордиться этим. И ты, и я. Ничто, ни одного блюда мексиканского нету, бля. Что это за меню, блядь? Мистер Перкинс? Миссис Локридж. А хули тут делаете, бля? По-моему, вы немного льстите. Я присяду? Ну, садись. На самом деле, я действительно пришла вас повидать. Это значит, моя лесть оправдала себя. Но моя цель не в этом. Джо, я думала о том, что вы сказали вчера. И я слышала, что произошло в вашем доме. Был пожар, это правда? Да, самодельную бомбу бросили в окно, блин. Это что-то типа фейерверка в честь моего приезда. О, Джо, мне очень жаль. Это несправедливо и так хуёво. Все окей, никто не пострадал, хоть и были на волоске от этого. А вы не думаете, что лучше начать все сначала в другом месте? Но я просто забочусь о вас. Ни для меня, ни для моей семьи нет будущего, если я не разберусь с прошлым. Я слишком многим обязан родным. К сожалению, ты считаешься виновным, пока не доказал обратного. Об этом не пишут книги, но в реальности все именно так и есть. Итак, вы намерены остаться? Я намерен найти настоящего киллера. Вы очень пылкий человек, мистер Перкинс. И, наверное, ужасно влюбчивый. Не очень-то вежливо задавать людям такие вопросы нахрен. Я не хочу говорить о своей личной жизни, блядь. Поняли? Это вы, Джо Перкинс? Это вам. Записка? Кого? Ну, там парень передал мне, короче, мне на кухню. Вам письмо? Ждите меня около дома немедленно. Конечно же, это не любовное письмо. Или все же? Да нет, вы же не такой. Мне пора. Извините. Мэри, моя суперская собачка. Дэнни, ты готов? Да, мистер Форбс. О, господи. Прости меня за то, что в прошлом году украл контактные линзы. Вперед. Мотор. Дэнни, ты супер. Теперь можешь спеть. Без самой мучи или что угодно. Да я дышаться, уж потом запою.
Хороший бар. Я поставила то, что предпочитает мистер Кэппл, но я могу по вашему вкусу сделать. Отличная подборка. Кстати, мистер Кэппл сказал, что вы будете заниматься лишь замещениями специальных служб и представителей прессы. Сегодня мне звонили с канала NBC. Мистер Брокколи интересуется, доставят ли его в номер в корзину со свежими фруктами и сыром бри, когда он прибудет. Мы будем с ними сотрудничать. Да, конечно. Почему нет? И прикрепите карточку с наилучшими пожеланиями от Кэппела. Подпишитесь моим именем. Сделаю. Мистер Кэппел, прошу прощения. Ну как, одобряешь кабинет, блин? Еще бы. Ну, кстати, как насчет ужина сегодня в кругу семьи? Ну, мне бы очень хотелось, но мы с Келли пронилывали, понимаешь, я бы хотел видеть ее дома. Ну, мы с Келли пронилывали, короче, поебаться. Ну, это ее идея была, на самом деле она хотела ебаться. Ну что ж, я могу понять, молодой мужик с невестой хотят поиметь друг друга, заебись. Ну, так я могу рассчитывать? Да-да, конечно, можешь, брат. Если ты с ней, я спокоен за нее. Джеб Перкинс, это я. Кто ты? Зовите меня Доминик. Вся эта секретность так необходима, блядь? Очень нужна. Почему? Я хочу вас предупредить. О чем еще? Августа Локридж. Что с ней? Вы сейчас были вместе, да, и что, блядь? Не слишком с ней откровенничаете. Почему? Почему, еще раз спрашиваю? Она не из тех женщин, которым можно доверять. Что вам о ней известно? Доминик, стойте. Дэнни, блин. Я, например, когда был ребенком, мечтал летать. Я тоже не ребенок, да ладно тебе. Ты получил удовольствие, делай это? Да, получил. К тому же мне заплатили за это удовольствие. Неплохо, правда? Не, да, видел более экстремальные вещи по телеку. Самая экстремальная вещь здесь — это твой рот, бля. Все нормально, нормально. Твоя мама все еще донимает тебя по поводу Теда? Ну да, знаешь, что сказал режиссер, когда Дэнни тебя представил? Он сказал привет. И это все? И все, конец. Это был полный пиздец. Извини. Я просто хочу узнать, как они это делают, что делают? Ну как они становятся популярными? Дорогая, ты просто на кастинге помешалась. Мисс Девственность? Я сделаю все для того, чтобы стать богатой и знаменитой. Они предложили мне поехать в Голливуд. Голливуд? Отец бы совсем с ума сошел. Могло быть хуже. Дэнни Андраде поедет в Голливуд и сколотит состояние. Репачи, блин. Кто едет в Голливуд? Как думаешь? Ты? Ну, может быть. Завидуешь? Ты серьезно? Ну, видим. Может да, может нет. Дэнни, это фантастика. Эй, могу я тоже поехать? Можешь. Нам только одна кровать есть. Ну, поспишь на полу? Может, попробуешь? Не, если я заговорю об этом, родители решат, что я ёбнулся. Ты струсил. Не, я не трус, но я боюсь. Дэнни, ты звезда. И кто может тебя остановить-то? Давай. Да ладно, хорошо. Хорошо, ладно, я съезжу. Окей. В этом деле не будет возможности подать апелляцию. И на самом деле, и так далее, и тому подобное. Мейсон, ты
Ты дважды мужчина по сравнению со своим братом. Почему я никого не замечала, кроме этого Ченнинга лоха? Все эти годы потрачены впустую. Все это время ты мог быть рядом. Ты мог ебсти меня по полной, блин. Своим членом будешь меня ебать? Когда ты станешь губернатором Калифорнии, мы будем ебаться еще круче, правильно? Надеюсь. Я даже представить не могу, как я без тебя буду. Мейсон? Никак не могу насытиться тобой. Офис мистера Кэппелла. Да, Мэтч, это Мейсон. Я сегодня поработаю дома, а? И выполни мою просьбу, закажи дюжины красных роз и пошли их мисс Андраде, ладно? Да, конечно. Спасибо. Сантана, ты хочешь кого-то замочить, что ли, блядь? Зачем столько перца нахрен? Мам, это должно быть запоминающийся ужин. Тебя не пора случайно? Я просто тебя предупреждаю. Я знаю, что делаю. Ну что ж, наконец-то ты опять смеешься. Этот мужчина, которым ты сегодня встречаешься, вернул твоим глазам огонек? Нет? Кто тогда? Не мужчина. Сантана, я не собираюсь играть в тобой угадайку. Ну что ж, я вообще-то не хотела тебе говорить. Но завтра я еду в Акапулько. Акапулько? Я вообще-то сегодня нашла там жилье. Зачем? Мама, не протестуй. Просто объясни, зачем? Ты все понимаешь? Я хочу понять, есть ли шанс выяснить, где мой ребенок. Нет шанса, нету. Мама, я попытаюсь. Нет. Сиси Кэппелл сказал, что не знает, кто усыновил моего ребенка, нашего с Ченнингом. Если даже он не знает, как ты узнаешь? Мама, тебе меня не остановить. Я выясню, кто установил моего ребенка. Где он? В Мексике или в этой стране? В любом конце мира я должна найти его, понимаешь? Я знаю, знаю, что ты считаешь это неправильным. Но у меня есть своя жизнь. У меня она одна для того, чтобы найти сына. О, Сантана. Мама, помнишь, когда мы с Дэнни были детьми, у тебя были мечты о нас двоих? Да, конечно же, есть. И у меня есть мечты о своем сыне тоже. Я хочу, чтобы он был счастлив. Я хочу думать о нем. Хочу, чтобы у него было хорошее образование. Чтобы он путешествовал, увидел мир. О, Сантана, я опасаюсь за твои мечты. Порой мечты оборачиваются кошмарами. Нет, мама. Не эти мечты. Эти мечты сбудутся. Я обещаю. Что касается изменений в карьере, которые я давно должен был совершить, я ставлю должность учителя к ебеням, и я должен выходить через так, что... Перкинс, блядь. Простите, его не остановить. Где Си-Си? Его сегодня не будет. Я еще нужна? Нам с тобой потолковать надо. Хоть ты и не будешь рад тому, что я скажу, блядь. Давай, хорошо, Вероника. Если что, я вас вызову. Хорошо? По поводу вчерашнего маленького приятного сувенира, блядь. Ты о чем, блядь?
Рождественский подарок, брошенный в окно моей гостиной, блядь. Так ты думаешь, это я сделал это, нахуй? Да, да. Ты совсем ёбнулся? Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы заблуждаться. Да ты вообще меня не знаешь. Ты из штанов вылезал, блядь, чтобы разучить меня с Келли, нахрен. Да, я старался, блядь. Но Келли больше тебя не любит. Да? Ну что ж, блядь, пиздюлей получишь, тварь, нахуй. Давай, бей меня, Перкинс. Давай, бей, нахуй, еще раз тебе говорю, блядь. Один удар, и тебе пиздец будет, сучонок, понял, блядь? Давай, бей меня, сука. Голливуд? Что у тебя в голове, парень? А что тут такого? Я проведу там остаток лета, остановлюсь у кузена. Я сегодня выполню трюк, помнишь, мама, я тебе рассказывал? Это глупость, а помню, конечно, блядь. Слушай, мне заплатили, вот чек прямо перед тобой. Немало денег за один день работы. Пару часов, и это не такой уж и тяжкий труд. Это оплата за 2 часа работы? Положи их в банк, заплатишь за колледж. Если я поеду в Голливуд, заработаю еще больше. Голливудский каскадер. Что это значит? Что это за человек, который рискует жизнью ради денег? Кто знает, кто там будет дальше? Если куда более полезные профессии есть же. Ну не говори о том, что муж... Слушай, изучай бизнес, преподавание. Ну слушай, я хочу пожить в Голливуде, понимаешь, бля, урони? Ясно, ты собрался в город звезд, значит. Это же возможно, вполне возможно. Его называют еще городом грехов, но он делает миллионы. И ты думаешь, что за те 6-7 недель, что остались до конца лета, тебе удастся найти способ заработать лимон? Ну конечно. Роза, это же пиздец какой-то, что он говорит нахуй? Но может Дэнни неплохо будет становить, как это попробовать? Я ему обстановку поменяю сейчас, блядь. Не выйдет, бля. Не могла бы ты убрать руки от моего стакана, будь добра. Ой, извини, вот ботаник. Как он скажет... Слушай, палец вверх. Да. Слушайте, если Дэнни пойдет в Голливуд, он же мой. Если у меня получится, я вас не забуду. Многие хотят перехитрить судьбу. Но реальность никто не может как бы это сделать, покорить Голливуд. Плевать на реальность. Ты просто говно, блядь. Лучше бы я остался дома за компьютером. Отличная мысль. А тебя бы мама отпустила в Голливуд? Ни за что. Дэнни, ты должен попасть туда. Сделай это. Дэнни, мы с мамой тебе прививали ценности. Я знаю. Разве я когда-то, потом, ну что я теряю? Что теряешь, блядь? Людей там пломают. Папа, я буду осторожен. Его дураков, я не дурак. Я сейчас. Слушай, чем больше они говорят, тем меньше шансов, блядь. Кажется, Дэнни улыбается. Палец вверх! Еее, блин, значит, приняли его, да. Значит, и у меня получится. Ведь так? Да. Так вообще классно было, блядь, все-таки я получилось, да, молодец, молодец, брат. А ты? А что я? Ну ты присоединишься ко мне в город грехов, а? Я? Да, давай, брат. Приятель, пойдем, найдем что-нибудь, придумаем, а? Ну хочу, конечно, давай, если уж ты смог уговорить отца. Ну, хочешь ехать в Санта-Барбару, а? Ну, вряд ли это реально. Ну, в принципе, я попробую. Все может измениться. Мои шансы одни к триллиону. Так когда едешь? Завтра. Завтра? Лето кончается, надо уезжать, блин. Ну, пипец, я завидую.
Мейсон, входи. О, прошу прощения, да. Все нормально. В последнюю минуту появились дела, да, тут. Вот березовая, кстати, принес тебе. Две бутылки, и ты планируешь тут с двумя бухать, что ли, бля? Да ладно, побухаем, попьем, нормально все. Ну ладно, пойдем. Ну, что за запах такой? Это парфюм, любимое мое блюдо. Люблю свежее блюдо, беру его с собой в кровать каждую ночь. Твой новый фетиш? Знала бы ты мой предыдущий, блядь. Здесь был такой, к сожалению. Музыка не мешает? Пожалуй, сделай потише. Да не-не-не, она идеальная. Очень романтичная. Будоражит мою фантазию. Ты так сегодня опасен? Хочется думать. Есть особенно тост для тебя. Что ж. За будущее? Да, за будущее тоже. Но также за воплощение фантазии. Мейсон, что с тобой сегодня? Ну, я начинаю думать, что для нас наступает время перемен. Я думаю, что что-то должно случиться хорошее. Может быть, у тебя и взгляд сегодня такой, кстати, особенный. Тогда выпьем за новые начинания. Роза положила нам свежие грибы, представляешь? Да, чудесная женщина. Роза, да, она заботится о нас с детства. И до сих пор? Да, мне это нравится. Кто это тут звонит? Масса людей знает, что мы тут. Ну, твои родные, моя секретарша, Роза. Ну, тогда ответьте. Хорошо. Нет, если что. Да, слушаю. Позовите Питера Флинта. Да, кто говорит? Это парень, который переехал в квартиру напротив вашей. Да, что? Мне показалось, что кто-то в вашей квартире меня это смутило. Что? Ну, кого-то ждали, рождественские праздники, может, нет? Ну, я звоню в полицию. Что это? Блин, парень, который живет напротив меня, кого-то в квартире моей видел, блядь. Я проверю быстро. Пусть вызовет полицию. Да, он уже звонит, блядь. Будь осторожен. Все-таки хочешь открыть вторую бутылку? А ты против? Хочешь попозже открыть? Когда мы перейдем на тему наших фантазий, ладно? А так ты коварный какой. Я знаю. Я рассматриваю это как комплимент. Кстати, могу отказать тебе услугу. Какую? Могу поговорить с Батоном. Он заключит контракт, чтобы твоя фирма занялась дизайном нашего отеля. О, надо же, как мило. Конечно, при условии, что именно ты будешь этим заниматься. Я могу это рассматривать как комплимент. Ну что ж, кушать подано. Выглядит изумительно. Спасибо. Осталось только попробовать. Я только что понял, что очень голоден. Я тоже. Итак, так ты у Розы училась готовить, да? Да. Большую часть времени, когда была дома. Да, я... Я так полагал, да. Перцы удались? О, да. Изумительно. Бесподобно. Тогда добавки? Добавки? Ну, мне будет приятно. Здравствуйте, это Питер Флинт. Кто-то тут вторжение в квартиру было заявление нахрен?
Я же сказал, Флинт я. Было сообщение о вторжении в квартиру Валерия Стрит, квартира 16. Уверены, блядь? Нет, я не буду заявлять спасибо. Келли! Чё? Все, блядь, записалось нахуй. Пиздец, блядь.